Святочная программа на пляцовце в Любинском микрорайоне начала свою работу в 17 годин. Гамельшанам пропонуют разные выставы, рыцарский турнир, акцию «Малюнок на твары» и шмат чего иншего. Это сапраўдныя рыцарские доспехи сярэднявечча. Макет палатки походного лагеру, речи, мячи. Все можно примерить и отшуть себе рыцарам. Покуль что европейским, але праз год автор обещает зарабить такий же славянский набор. Здесь представлены вот эти маленькие рыцари. Это Италия, Германия 15 века. То есть не совсем наш регион, но мы еще пока стремимся к тому, чтобы сделать такую куколку. Она тяжела в производстве довольно-таки. Но сейчас, так сказать, тренируемся на таких куклах. Малюнок на твары – еще одна интересная идея на святе у Любинском. Каждому желающему могут намалевать живелу любого уровня складанности. А это выстава старожитных одений у Беларуси. Студентки лицея легкой промысловости не только сами распрацевали костюмы с коллекции Александры, але и демонструют. Переходящая в осень более такое. Но летом тоже можно надевать. В те времена одевали подобное. Святочные мероприятия у Любинском будут вести на протягу вечера. Глядачов еще чекает концерт. С 5 годин вечера ладится святочная пляцовка и у микрорайоне Костюковка областного центра. Тут проводят викторины, разностайные выставы. Фишкой дня станет проведение акции «Размалюй мой автомобиль». Каждый желающий мог без наступств для себя размалевать фарбами соправдный автомобиль. На площади таких было с десяток. Писали, как правило, патриотичные лозунги и пожадания счастья. Сопровождалось это действо жартами и селфи. Все святочные мероприятия у микрорайона Гомеля сегодня завершатся о 23-й године проведением акции «Спеваем гимн разом». Евген Поблавец, Евген Макеенко из микрорайона Улюбинский, Костюковка, телерадиокомпания «Гомель».